Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Що пророкують зірки на 2021 рік? Сьогодні будемо розбиратися, відповідати на всі наші запитання разом з нашою гостею. Я рада вітати у прес-центрі телеканалу «Відкритий» астролог з 7-річним стажем Ольга Ковальська. Ольго, я вас вітаю! Здравствуйте! 2020 год был очень насыщенным на разные события. И коридор затмений, который был у нас в этом году, это было тоже одно из таких явлений. Но самым важным и самым значимым событием 2020 года – это соединение Юпитера и Сатурна в Водолее, в знаке стихии воздуха. И это была великая мутация, ее так называют великая мутация, которая закладывает программу воздушной стихии на ближайшие 20 лет, на 200 лет и на 960 лет. Наши сейчас, ну, в сегодняшнем формате нашей жизни, мы можем, конечно же, отследить наши первые 20 лет. Что же это несет? Это несет, мы вышли со стихии Козерога, мы вышли со стихии Земли, и вот это все основанное на материальном, на земном, на практичном, на основательном сейчас меняет форму. Мы переходим в энергии информации, мы переходим в энергии коммуникаций, общения, каких-то коллективных форматов, умение быть полезными друг другу. Мы понимаем значимость общественных процессов. И Водолей как раз дает нам возможности работать через интернет, сотрудничать онлайн, обучаться, развиваться. То есть дистанционное образование, дистанционное общение, то есть все, что связано с интернет-пространством, будет сейчас очень ярко проявлено. И таким образом это дает большие возможности, новые возможности для, ну, вообще для всего человечества. І, звісно, для кожного із нас. Що б ви могли порадити нашим глядачам на прийдешній рік, з чим краще розібратися, на що зробити акцент, чого взагалі очікувати від 2021 року? Я б сказала на обновлення, тому що прийде новизна. Новизна затронет все, всі сфери життя чоловіка. Робота буде нова, відносини можуть строїтися по-новому. Сферы политика, финансы, экология сейчас будут затронуты очень сильно, ну, в этом году. Этот год является стартовым, базовым для того, чтобы мы потом прожили эти 20 лет в новом формате. Сейчас мы должны учиться менять свои установки, форматировать их в новое качество, приносить в свою жизнь то, что никогда раньше не было, никогда мы раньше этим не занимались и никогда этого не делали. Новизна и креативность. То есть любой нестандартный подход приветствуется. Любое, все, чего не было раньше, это Водолей, и это то, что нам несет всем, во всех сферах жизни. Но, с другой стороны, Водолей – это еще и бунт, революционер, такой вот протест. Ну, это возможные внутренние переживания, внутренние несогласия с тем, что сейчас происходит. И это может ярко выражаться. Поэтому здесь, конечно же, я рекомендую не бунтовать и не протестовать против того, что идет. Нам может много чего не нравиться. Мы можем быть недовольны переменами, которые на нас как снег на голову свалились, потому что Водолей — это всегда новое и неожиданное. И так спонтанная лавина на тебя спускается, человек может потерять равновесие от этих энергий, от этого состояния. Очень важно понимать, что мы никогда не будем уже находиться в старом. Мы всегда будем идти в новую жизнь. То есть жизнь развивается, все идет по спирали, идет вверх. И все зависит только от нас, от нашего настроения и приятия конкретных ситуаций и всех тех возможностей, которые нам даются. А возможности даются хорошие, потому что следующий год все-таки обещает быть более спокойнее и более стабильнее, чем предыдущий. Есть моменты сложности, конечно же, не все будет так легко и просто. Зима очень достаточно насыщена такими кризисными ситуациями. У нас будет оппозиция Сатурна с Ураном весь год, который будет немножко выбивать
людей из состояния равновесия, будут насыщены такие напряженные точки в конце февраля, в июне и в конце декабря следующего года. Но будет и время, когда мы сможем где-то расслабиться и отдохнуть. Это вот с августа по ноябрь будет хорошее время. Надо понимать, что любое напряжение, которое к нам приходит, оно приходит только для развития. И в наших силах, и в наших руках, уже понимая следующий год, понимая, какие, возможно, есть тенденции, понимая, что я все-таки являюсь частичкой Вселенной, и я несу ответственность за то, что сейчас происходит в мире, мы меняем свое отношение, мы принимаем эту ситуацию и помогаем себе и миру гармонично строить эту жизнь. Розкажіть, чого очікувати кожному із знаків зодіаку в наступному році, тому що ми окреслили таку загальну картинку, а чого ж очікувати от окремо кожному із знаків зодіаків від зірок у 2021 році? Действительно, мы же являемся, как я сказала, неотъемлемой частью Вселенной, поэтому каждый человек, он частичка космоса тоже. И наши планеты, наши знаки зодиака, под которыми мы родились, они влияют, передают свою энергию на каждого из нас и таким образом задают нам какое-то направление, какой-то вектор движения в каждом году. Я не просто так сразу сказала про знак зодиака Водолей, потому что это вектор, от которого мы будем отталкиваться для прогноза для каждого знака зодиака. Для овнов этот год как раз и будет касаться темы водолеев. Это темы коллективных каких-то сотворчеств, содружеств. Это умение объединяться в коллективы, быть полезными коллективам. Это тема общественных процессов. Здесь главное понимать, что надо отдавать, надо делиться тем, что у меня есть, что я умею. И таким образом это называется служение общему благу. То есть надо не забывать о том, что есть большая какая-то система жизни, и человек туда включается. И вот для овнов важно не забывать о том, что он куда-то включен, да? не говорить, что я главный там какой-то, самый лучший, что у нас в принципе овнов и есть. То есть это знак, который говорит всегда за «я». А вот включенность в коллективы, включенность в какие-то большие процессы помогает ему как раз это «я» и реализовать. Это очень классная тема, потому что овны сейчас будут в синхроне с большими энергиями вот этого большого водолейского воздействия. Для тельцов этот год несет очень хорошие перспективы. Это год профессионального роста, профессиональных каких-то достижений, целей. Конечно же, для того, чтобы достигнуть какой-то вершины, тельцам надо поработать, упорно поработать. Но для тельцов это не сложно. Они умеют хорошо работать, они умеют быть практичными, они могут, если взялись за что-то, уже основательно идти к этим целям. Но как раз год и нацеливает их поставить цели, выстроить какие-то, распланировать шаги, выстроить шаги достижения к этим целям и их достигать. Не забывайте, тельцы, о том, что рядом с вами есть люди, которым тоже, возможно, надо помочь найти свою цель и ее достигнуть. И тогда год, вы получите в конце года очень значимые, хорошие результаты. Для близнецов этот год несет очень интересное расширение вообще их всего, их сферы жизни, их сферы деятельности, их сферы общения. Это возможность получения высшего образования, это возможность путешествия. Это, кстати, единственный знак зодиака, которым путешествия в этом году даются как возможности. Это усиление каких-то контактов, коммуникаций. Возможно, люди, близнецы смогут стать для кого-то наставниками. Или же пойти сами учиться, найдут своего наставника. То есть это время передачи знания, получения знаний, выходы за пределы того, что они уже знают, того, что они понимают. То есть им захочется расширить, масштабировать и увеличить все то, чем они владеют. Для раков. Этот год может принести определенные изменения во внутреннем мире.
То есть год такой трансформации и преобразований, внутренних несовершенств. С одной стороны, это хорошо, когда я могу что-то изменить в себе и таким образом стать лучше. Но для раков может быть немножко сложно, где-то, я бы сказала, даже страшно, потому что год обещает такую глобальную чистку, а раки – знаки очень чувствительные по натуре, закрытые могут быть, ранимые, обидчивые, и когда надо будет сколыхнуть все их несовершенства, все их недостатки, могут раки, конечно, нервничать. Не переживайте, все хорошо. Все делается для вас не просто так. Выходите из своей скорлупы, не бойтесь смотреть трудностям вперед, в глаза, и идите смело вперед, потому что как раз этот год придаст вам силы, придаст вам возможности, энергии для того, чтобы наконец-то выйти на новый, вообще новый виток жизни, на новый уровень своего развития. Также еще раки. Это для вас год способствует какому-то расширению в бизнесе, год способствует возможности привлечения в свою жизнь других ресурсов, ресурсов от других людей. Но, как предостережение, пожалуйста, будьте аккуратны с кредитами. Если вы частные предприниматели, платите, пожалуйста, налоги. Не играйте в игры с банками, с финансами, потому что это может не очень хорошо закончиться. Для львов наступает период очень интересный. Это партнерские отношения. Львы сейчас будут находиться в состоянии поиска партнера. Возможно, это возможность создать какие-то отношения, семейные отношения, возможно, союз создать, семью создать. Но, с другой стороны, это и работа. Партнерские отношения, они касаются еще и деловых наших партнеров. И здесь всегда у львов в течение года будет такой выбор: я и семья, или я и партнеры, я и коллеги, я и семья. Пожалуйста, старайтесь удерживать эту внутреннюю гармонию между семьей и работой. Не кидайтесь в крайности. Если сделали выбор, то идите к нему смело, не переживайте. Просто сегодня вы уделите время работе, а завтра уделите время семье. И таким образом будет соблюден баланс, и эта гармония, которая вам так будет необходима в этом году. А учиться ей вам придется. Дева, этот год будет касаться работы и каких-то рутинных повседневных дел. Вы можете улучшить свою работу, вы можете улучшить свой быт, вы можете кардинально что-то принести в свою работу, вы можете изменить работу. Также этот год будет касаться вашего здоровья. Обращайте внимание на него, это очень важно. Весы. Для вас наступает очень активный и творческий год. Вы можете ярко проявиться в любви, в каких-то делах. Вы будете заниматься детьми, заниматься какими-то бизнес-проектами своими. Год будет насыщен эмоциями, красками и яркими проявлениями. То есть вас заметят, вы будете интересны, вы будете популярны, вам захочется признания, вам захочется каких-то аплодисментов. И, в принципе, все, что будет происходить в вашей жизни, будет происходить достаточно легко. Это очень хороший год для вашего проявления. Скорпионы. Для скорпионов год несет задачи, связанные с родом, с семьей, с традициями, с какими-то вопросами рода, своего народа, исторической своей ценностью. Возможно, вам придется уделить внимание родителям. Может быть, даже переехать на какое-то время к ним и о них позаботиться. То есть связь с родителями, связь со своим родом, со своими традициями будет у вас очень актуальна в этом году. Стрелец. Для стрельцов этот год связан с общением, с коммуникациями, с какими-то командировками, с образованием, с повышением квалификации, но повышением
именно не в большом формате, а пройти какие-то курсы, возможно, какие-то мастер-классы, семинары. Также этот год будет связан с большим общением, с контактами, с коммуникацией и с работой с информацией. Придет вам очень много информации, которую, ну, которая вам нужна в этот период. Так что общайтесь. Легкости вам, потому что год будет для вас очень достаточно легкий. Активничайте, и все у вас будет хорошо. Козероги, для вас год очень ресурсный. Сейчас вы получите ресурсы под те цели, которые были заложены в предыдущих годах. Это период, конечно же, тоже кропотливой работы. Это период умения привлекать ресурсов, и вопросы будут касаться материального благосостояния. Конечно, будет нелегко идти к этим целям, нелегко это все делать, но в то же время год будет настраивать вас на понимание ценности жизни, как материальных, так и духовных. И таким образом, выстраивая, понимая, включаясь в жизнь, выстраивая, понимая эти ценности, вы сможете легко и достаточно конкретно привлечь все ресурсы, которые вам необходимы будут в этом году. Водолеи, ну я бы сказала так, юху, это ваш год, я вас поздравляю. Сейчас вы просто-напросто можете о себе заявить, сказать: это я, здравствуй, мир. Сейчас у вас есть возможность поставить какие-то цели относительно своего будущего, относительно своего далекого будущего. И есть энергия и сила сделать первый шаг в этом направлении. Подумайте о каких-то проектах своих, подумайте о том, чего бы вы хотели, с кем бы вы хотели пойти, для чего вам это надо. И вносите что-то такое новое, легкое, позитивное в вашу жизнь, в вашу работу. В общем, год будет отличный, я уверена. Витаем с этим водолеем. Да, поздравляю. Для рыб этот год – это тот период, когда приходится собирать камни, подводить итоги уходящего, делать синтез пройденному. Чтобы это сделать, нужно, конечно же, где-то уединиться, подумать, проанализировать и просчитать, да, вот посмотреть, что было хорошего в прошлом году, что было хорошего или там что-то не получилось в этом году. И таким образом, проведя вот этот синтез, вы сможете понять, чего же в будущем вас будет ожидать. Но сегодня, в этом году, в 2021 году, это время, когда вам захочется побыть наедине с самим собой, со своей душой, со своими мыслями, со своими какими-то вопросами. Вы будете впитывать все, что будет мир вам давать. Вы будете более внутренне проявляться, чем внешне. Но это хорошо, но для этого тоже надо как раз умение такое иметь. Вы, как никто другой, в синхроне с этими энергиями. Поэтому у вас будет хорошее состояние, ну, вот, погружение в эти процессы. Медитируйте, занимайтесь йогой, делайте какие-то балансы внутренние, проводите. Занимайтесь здоровьем, духовными практиками. Это вам как раз и поможет настроиться на энергии будущего года или в будущем году. Что взагалі означає символ металевого быка, символ 2021 року? В восточной культуре белый цвет означает цвет непорочности, цвет чистоты и какой-то стабильности. И год этот и несет такие качества нам. С 12 февраля белый бык вступает в свою силу, и он принесет нам свои энергии и свою яркость. Бык по природе – это знак, который отвечает за тельца. Да? Это вообще вот бык, кто это такой? Это основательный, это устойчивый, это такой практичный зверь. И год обещает тоже нам быть таким же самым.
Бык еще олицетворяет, несет такие, как известен своими усердием, силой, надежностью. И мы очень надеемся на то, что я говорила в синхроне с планетами, с нашими, с астрологическими прогнозами, что год обещает быть стабильнее и спокойнее. И год быка то же самое повторяет нам эти же прогнозы, что мы можем надеяться на то, что год станет более стабильным, надежным, спокойнее, практичнее. И, в принципе, бык – это материальный знак, материальный символ, символ материи. Поэтому есть возможность, ну, что нам станет немножко легче в материальном формате. Также, в принципе, быки – это большие патриоты своей страны и верят в какие-то идеалы. Поэтому здесь не бойтесь двигаться вперед. Энергия быка даст вам силы, энергия быка даст вам устойчивости, основательности и возможность добиться своих целей, дойти к ним. Единственное, не раздражайте быка. Бык очень внутренне очень эмоциональный, при внешнем спокойствии. Поэтому стараемся принимать все с благодарностью, все, что к нам происходит. И таким образом поможем быку войти в нашу жизнь очень спокойно, и гармонично. Я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили, що пророкують зірки на 2021 рік разом з нашою гостею, астрологом з 7-річним стажем Ольгою Ковальською. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!